Влог снимает? Да, это влог. Ура, я на канале Ксении Кухой. Ура! В общем, ребята, всем привет! Сегодня у нас поездка со школой в Пятигорск. Такие дела. Вот это мои сопровождающие. Всем привет, ребята! Короче, сейчас у нас будет посадка, у нас четвертый выход. Короче, вот это как переключить? Секунда. О. Опа, вот это, короче, у нее ручная кладь, у меня чемодан чуть побольше, и у меня много жидкости, поэтому... Нет. Поэтому, короче, я сдала чемодан в багаж. Такие дела. Влог закончен. Короче, мы ждем нашу посадку. Сказали, что посадка заканчивается через 5 минут, а мы пришли и сидим тут уже давно, да? Как переключить вас? Подписывайтесь на канал. А что он на тебя снимает, а не меня? Всем привет! Даша, она тебя снимает. Так, где я? Меня, пожалуйста, зафиксируйте. Да блин, я не могу разобраться в вашей этой камере. Пожалуйста, на меня глаза. Опа, ура, сижу такая. Ой. Короче, летим в куртке и футболочке такой. Да пожалуйста, отпустись. Отпустись, пожалуйста. Your life is located under your seat. По команде экипажа достаньте жилеты, наденьте через голову. I directed by the crew, check the life. There's a strap around your waist, fastened and tightened. Не надувайте жилет в салоне самолета. Do not inflate the life that's inside the cabin. Еще не там, можете внутри. Все. Взлетели. Что-то ли удачного нам? Так, раз, два, три. Опа, где? Раз, два. Короче, нам... Не видно. Нет, я не буду. Короче, где? Нам принесли еду, вот какую-то вот такую штуку. Называется она чибата с индейкой. Что-то мы решили это не есть. У нас таких три, мы их не едим. У нас есть картошка. Теперь у нас есть суп. Пустая. Зачем мне это? Пустая пачка от сухариков. У меня забирают чай. Еще мне весь мусор понаставили. И еще кинули мне салфетки. Спасибо. 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 Спасибо большое. Благодарю. У всех все пусто. И все у меня. Ну блин, мне не нравится такой пранк. Вы посмотрите, это нормально? Это адекватно? У них главное... Ага, круто. У них главное ничего, а у меня вот. Все, вот оно, на. Пожалуйста. Нет, чай это мой. Так, сегодня у нас Ксюшечка игроман. Не успела. Успела. Нет, так... О, да ты! Нельзя ключики тратить. Как так? Вот так. Что вы скажете на это? Я кофе пил, мне вкусный. Я пила чай, у нас, короче, все забрали. Вот, осталось вот это то, что мы есть не будем. Картошка, которую мы покупали перед... Что? Чай вкусный, да, ставлю лайк. И салфеточки у нас остались еще такие. Мне все снимать сегодня. Вот сижу такая. Погода за окном отличная. Даша, спасибо. У нас есть мобилатки вот такие. Дарья, будь. Я оператор сегодня. Так, мармеладки. Это не мои мармеладки. Его. Блин. Нас фоткают. Даша, нас снимали. Так, Даша, у тебя будет 5-минутка по математике, пока летим. Что по математике? Мало примеров решила. Потому что я была другим немножко занята.
не отвлекали. Нам еще 2.5 часа лететь. Ой, я не очень не хочу математику выучить. Я тебя буду математикой обучать. Почему я не легла спать? Ложись спать быстрее. Давай, все, спи. Спокойной ночи. Заставляют ее математику в самолете учить. Что за бред? Ой, мне сообщение приходит, прикинь. О боже, все, мы сейчас сядем. Господи. Пожалуйста, пусть нам не оторвет жопу. О боже. Раз, два, три. Я очень испугалась. Так, ну что, мы приехали в Пятигорск. Это какое-то тепло. Тут очень тепло. Прям Марик, градусов, что, не знаю. 30. Так, смотрим погоду в Пятигорске. 24. 29 градусов. Я буду наслаждаться. Таким меня будет будить пение птиц. Вот так вот едем, там горы. О, вот тут красиво прям. Это мини-лес. Короче, мы открыли люк, нам дует ветер, а так вообще на самом деле очень холодно. Ой, очень холодно. Нам очень холодно, спасите, пожалуйста. Так, ну что, мы уже зашли в наш номер. В общем, поворачиваем камеру. Вот, заходим сюда. Здесь у нас такой туалет-зеркальце. Да, что даже свет есть, можно нормально накраситься. Слава богу. Есть фен, но у меня фен отдельно здесь. Ничего. И душ. Йоу. Проходим дальше. Здесь курточки можно повесить. Еще одно зеркало. Такие вот. Йоу. А, мою кровать заняли. О май гад. Короче, бананы. Бананы. Еще прикол, короче. Номер 219. Нет, номер 320. Нет, здесь написано 219, здесь 320, а у меня все окей. Вот такие дела. Я буду спать. А это телевизор, кстати. В курсе? Ага. Там антенна есть. Типа я в другом номере была, там антенна. Вот она стоит, сейчас покажу. Покажи. О, это муха какая-то! Там муха! Ой, куда? Красивый кадр. А что на меня-то? Да блин, что это с ним ты происходит? Ты это в лог все выложишь? Спасибо. В общем, у нас сейчас экскурсия. Мы приехали в Лермонтову к памятнику. Сейчас переверну. Вот это памятник Лермонтова. Наша гостиница находится где-то там. Вот там. Такое солнышко. Вот честно, почему здесь плюс 30, а у нас в Питере завтра снег? Это что за такое? Вообще мне такое не нравится. Я, короче, переоделась. Дария, снимите, что я переоделась, пожалуйста. Ай, Ксения, красивая. Это ваш чехол такая. От вас. Это чехол ваш. Колясочку. Сейчас увидите, и покатился. Электромобили это очень модно. Это очень модно. Ой, сегодня у нас заедет прям. Камера она за мной сидит. Смотри, я пойду сюда. Давай, я тебе буду. Видела? Ну так тыкнуть. Раз. Все. Нет. Ой. Так, мы идем. Мы на экскурсии. Тут очень красивые горы. Это продолжение экскурсии. Короче, мы идем около гор. Сейчас будем заходить в какую-то гору. Я так поняла, где будет прохладно. Да, короче, и музыка будет. Там сероводород, что-то такое, поэтому будет вонять. Ну, короче, готовимся. Вообще предложили поесть мороженое, но у меня аллергия, это очень жалко, потому что тут очень жарко. Вот, типа, блин,
Почему в Питере реально снег, а здесь 30 градусов? Это вообще нечестно. Нам сказали, что здесь пахнет не всякими цветочками, а сероводородом, оказывается. Да, короче, будем задыхаться. Это полезно. Покажи, как красиво. Раз, два, три. Ой, вот это красиво. Вот это красиво. Ёлка, ёлка. Вот это да, идем. Раз, два, три. Опа! Опа! Вот так умею, видел? Слушай, снимать на бритву, если что. Ой. Вот так вот умею. Она зависла, видишь? Что за бритва крутая? Ты даже типа сможешь смотреть, что ты выбрила? Да, вот так вот. Ну да, ты просто смотришь, типа, что тебе добрить, остался и зеркало. Конечно, это вообще идеально. Кормушка. Вот так вот. Идем в про... Где? Мы потерялись. В проваль. А, они в камере потерялись. Короче, мы зашли в какую-то пещеру. Включили вышечку. Тут так воняет просто. Это блок. В общем, где я? Тут так воняет. Боже, там клетка какая-то. Фу! Вот смотрите, идем такие. Припачканы, да? Но это и есть настоящая минеральная вода. А вот там углубление, там ядро, трещины 11 метров в глубину. Подходите, фотографируйте озеро. Понятно, что когда осадки, оно поднимается. Смотрите, кого нашла. Там птица. Смотрите, кого нашла. О май гад! Это голубь. Там голубь? Мы приехали в цветник, сейчас будем спускаться. Вот так вот. Ну, лучше, конечно, в теньке, да? На солнце слишком жарко. Такие дела. Красиво. Маршрут. Это же маршрут. Великий наш. Великий наш. Запомните, нам нужно... А вот это что? Сюда смотрите. Стоим мы тут такие, вот так вот подходим, вот так вот. И вот такая красота открывается. Просто, ну вы взгляните на это, да? Такие домики здесь. Очень красиво. Ставим лайк. Тут ветер. Дарья. Лайк ставим. Подписка, колокольчик. Даже отсвечивает сейчас. А как? А где очки мои? Всем привет, ребята. Мы в Пятигорске, и здесь очень круто. Тут уже цветет сирень. Заготовленную фразу. Давай. Привет, подписчики Ксении Куприковой. В Пятигорске очень красиво. Здесь уже цветет сирень и очень тепло. Сирень? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нет, а еще подписчики Тени Куприка, Пятигорский замечательный аэропон. Поэтому мы все вам советуем приезжать в Пятигорск. Обязательно. А это гора лайки, Машук. 999. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И жмите колокольчик. Сделайте красную кнопочку серой, ребята. Так, это голубое озеро, как вы поняли. Сейчас вам покажу, какая здесь красота. Это уже второй день. Мы сегодня просто... О! Смотрите, что здесь происходит. Спускаются воды, вот это да. Короче, мы сегодня выезжали из гостиницы часов, ну, в 6:30, да, типа. Рановато, по-моему. И приедем обратно часов в 8. Опа! Я
Так, мы приехали в горы. И здесь вот такая красота просто. Такие. И мы на краю практически. Оцениваем вид. Ай! Там коровы. Ну, я не могу приблизить, я что-то не разбираюсь в системах камеры, извините, пожалуйста. Короче, наша третья остановка, по-моему, не знаю, по-моему, будет еще одна, где мы будем купаться, поэтому ждем. Всем привет, это третий день. Немножечко я что-то потерялась, ничего не снимала вчера особо, поэтому буду сегодня исправляться. Короче, мы едем в сторону Домбая и остановились около реки. Сейчас вам покажу, что здесь такое. Сказали, что можно даже попить воду, но что-то как-то у меня нет желания пить воду из реки. В общем, мы поднялись на подъемники. Сейчас у нас высота 2200. Будем потом подниматься на 3200. Очень красиво. Дышать прям, ну, прикольно. Трактор, йоу. Подташнивает чуть-чуть здесь. Ну да ладно, нормально, мы справимся. Сейчас поедем еще выше. Мне заложило уши очень сильно. Я надела просто шапку, в принципе, нормально. Давай развернем камеру. Где? Дышать не забываем. У меня теперь новый образ. Модные очки Турбо. Чё, у меня есть чай? Сними вид, пожалуйста. Не знаю. Короче, мне плохо было, поэтому у меня есть чай. Просто чай у меня просто... Облепиховый, да, чай? Останови. Это наш вид из отеля. Сегодня наш четвертый день, последний. Проснулась я без будильника в 8:11. Такая ранняя прям. Вот, на завтрак решила не идти. У нас там музычка играет, да, сборы. В 10 часов у нас уже экскурсия, поэтому собираемся. Я вчера намочила полностью свои кроссовки, потому что мы гуляли в горах, там был снег. И они стояли у меня вот здесь, на балконе, сушились. На кавказские воды внука привозила бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньевна. Беспокойся, здоровья. Он учился на физико-математическом факультете. У него были способности именно математика, но он понимал, что его судьба поэзия. Yeah.
Так, ну что, уезжаем? Мы уезжаем? Да, очень грустно от этого. Я грустно? Хочу, да. Давайте просто продадим наши вещи и останемся тут на ночь. Не, я согласна. Типа, уезжать, по-моему, вообще лишнее. Давай Даша будет вести твой чемодан, ты будешь ее снимать, мы уже типа вместе. Я снимаю, как ты катишь чемодан. А я иду. У меня курточки. Всем привет! Сегодня мы улетаем, блин, в Петербург, блин. Из Пятигорска. Да. Так, все. Так, ну что, сейчас мы уже заходим в самолет, начинается посадка.